Строительство приюта для животных дошло до суда. Централизованный стройзаказчик подал исковое заявление в арбитражный суд Архангельской области о расторжении контракта с подрядчиком «Бизнес-строй плюс» за неисполнение взятых на себя обязательств. Из-за недобросовестности подрядчиков постояльцы приюта рисковали остаться в холодных номерах. На помощь им пришли волонтеры. Для кошек и щенков строят теплый вольер. Взрослым собакам утепляют будки. Возводить новый питомник начали в сентябре прошлого года. Сдать его должны были в конце апреля текущего. Сейчас на объекте выполнено 80% всех работ. В прошлом году был проведен монтаж емкости под накопление жидких стоков. Провели работы по подводу ее к вольерам. Соорудили фундамент под административно-хозяйственное здание и ограждение по периметру объекта. Сроки сдачи сдвигались несколько раз. Последней датой было назначено 30 сентября. Но до сих пор работы не закончены. На сегодняшний день невыполненными остались работы по наружному освещению территории объекта, работы по озеленению, внутренние отделочные работы и комплектация оборудования административного здания приюта для бездомных животных. Подрядчиком объекта выступило Архангельское общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-строй плюс». В качестве субподрядчиков они выбрали наринмарскую компанию «Укртрансстрой». По словам строителей, которые, кстати, пожелали остаться инкогнито, подрядчик свои обязанности по закупке и доставке материалов выполнял спустя рукава. Нам и по сей день денег не дали. Сколько была сумма контракта вот с вами? И 3,5 миллиона было. А сколько сейчас выплачено уже? 700 тысяч. А вот подрядчик вовремя доставлял все строительные материалы? Нет, по сей день нету ни ПГС, ни чернозема. Получить комментарий по строительству нового питомника от самого подрядчика нам не удалось. Все попытки дозвониться оказались безуспешными. Пока люди ведут судебные тяжбы, четвероногие вынуждены встречать холода в неприспособленных условиях. Чтобы пережить зиму без потери, жилье постояльцев пункта временного содержания срочно утепляется. В первую очередь необходимо позаботиться о самых маленьких жителях-щенках. Сейчас в приюте их 8. Пока сделали теплые подстилки, а скоро они отметят небольшое новоселье. Через неделю завершится строительство утепленного вольера. Работы ведутся силами сотрудников пункта. Между собой вольер они называют «кошкин дом», ведь основными постояльцами станут коты и кошки, которые также проживают в приюте. Станция по борьбе с болезнями животных, вот, и нашли средства, вот поставили этот сруб. Также очень помогают нам волонтеры. Сейчас закуплены различные утепляющие материалы. Вот работы ведутся. На этой неделе будем уже все зашивать, утеплять. Стены будем обрабатывать растворами всяческими, закрывать панелями моющимися, чтобы можно было это все убирать, споласкивать. А пока утепляются подстилки в клетках и будках. В ход идут опилки, сено, старые одеяла и пледы. В борьбе с холодом все средства хороши. Большую помощь в подготовке к зиме оказывают волонтеры. Мастерят новые будки, доставляют в пункт стройматериалы, корма, лотки и наполнители для кошачьих туалетов. Именно благодаря добровольцам многие постояльцы смогли обрести новый дом. Чтобы найти своего питомца, не обязательно ехать в сам приют. Нужную информацию можно найти в социальных сетях. Здесь размещены все фотографии собак и кошек, которые нуждаются в тепле и ласке. Также можно узнать и информацию о животном. За постояльцами пункта ведется пристальное наблюдение ветеринара. Вся четвероногая братья привита от распространенных заболеваний и чипирована. Проведена профилактика щенков и взрослых собак против бешенства, против чумы, парвовирусного энтерита. Вот, значит, дегельминтизация проведена, все собаки у нас чипированы, щенки чипированы, сейчас еще осталось котов зачипировать и кошек. Это идентификационный чип, который вводится подкожно в холку. То есть вы приходите ко мне, забираете собачку, я вам выписываю временный паспорт, вклеиваю туда номер чипа. Новым хозяевам остается только следовать указаниям ветеринара и вовремя посещать станцию по борьбе с болезнями животных для очередной прививки. А тем, кто пока не обрел нового дома и хозяев, остается зимовать в приспособленных условиях. После расторжения контракта с компанией «Бизнес-строй плюс» заказчик будет проводить новый аукцион по выбору подрядчика уже на достройку объекта. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».